Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека, добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем продолжать троллить друг друга. И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки. Только благодаря вашим лайкам выходит эта серия троллинга. И вы уже прекрасно знаете, что нужно делать. Да, конечно же, влепить огромный палец вверх и на мой видос, и на видос Жеки. Набираю по 15 тысяч лайков, сразу же выходит следующая серия. Поэтому, ребята, не ленитесь, ставьте лайкосики, а мы побежали, да? Вперед, 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 побежали троллить, ура, троллить друг друга. В общем, в чем заключается суть моей карты? Я бы вам сказал, но я сам на самом деле не знаю, в чем тут суть. А в том, что тут есть одно испытание, только одно испытание, через которое Жеке нужно будет пройти. Но все будет не так-то просто, потому что это очень сложное испытание. А в конце его ожидает новая любовь. Любовь всей его жизни. Человека, которого мы уже давно все забыли, и про которого мы уже давно все не вспоминали. Но он существует, он никуда не делся, поэтому в этой серии он вернется и покажет всем, кто тут правит всем троллингом и всем миром. А кто это будет, я вам не скажу. Пока что не скажу. А да, поэтому, ребята, давайте мы сначала пойдем и пройдем карту Евгения, а потом вернемся на мою карту. Поэтому давайте. Потопали! Ну что, Эдисон, Эдисон, ты готов пройти на мою троллинг-карту сегодня? Да, я готов, я готов. Короче, я не знаю, что с этим Майнкрафтом и почему ты тоже телепортируешься. Вот, но я надеюсь, что все будет хорошо. Вот, все, проходи, я не буду тебе мешать. Я тут много всего спалил. Вот большая у тебя карта, Евгений. Большая, да? У меня тут целый колодец есть, видишь, колодец. Прям колодец, прям целый. Колодец, да, прям очень даже. И вот там я еще стену одну вижу, вот там далеко-далеко стена, да? Какая-то есть. Стена какая-то есть. Мне интересно, ага. Что же она делает, вот эта стена такая, необычная такая стена, да? Необычная стена, да, такая? Ой, необычная стена какая-то, да, Эльсин? Я что-то необычная вообще не понимаю, что тут происходит. Я тоже что-то не понимаю, что происходит, вообще не понимаю, что это такое. Что это такие? Так, хорошо. Так, матушку твою, что это за хрень? Непонятно, там что-то творится вообще. Вообще непонятно, наркоман. Ты где? Подожди, вот ты сейчас только что был там, а тут да, а вот тут я уже там. А вот тут, смотри, а вот тут уже опять там и тут вот там. А потом тут, ага. Что-то странное, да. Дом какой-то, да, стоит? Я в гемоде был, я в гемоде, случайно, в гемоде я был. Так, вообще непонятно, что тут происходит, да. А что делать, а что поделать? Опа. Да вот ты не вот ты вот ты подожди, стой на месте, я вот тебя телепортирую, не тыкай сюда. Хорошо. Вот, я стою на месте, я ничего не делаю. Давай так тебе дам подсказочку. Эти карты, они взаимосвязаны. Точнее, это как бы на одной карте находишься, они взаимосвязаны. Просто тебе нужно открыть свои глаза. Вот, и смотри, здесь что-то появилось. Мне кажется, здесь что-то появилось. Там лава появилась, лава. Да, но только если ты пойдешь вперед, то ты опять попадешь. Туда, туда. А что поделать, А может быть тебе нужно перепрыгнуть этот телепорт, который тебя телепортирует. Откуда я знаю, где тут есть телепорт, а где тут нет телепорта? Ты должен понять, на каком месте тебя телепортирует. Охренеть, и как я должен это понять? Круто. Ага, вот тут, значит, тут тебе нужно перепрыгнуть, давай, ты справишься. Да, вот там! А что вот там? Я чуть ничего не... А что вот там был? А что там было? Ясно, вот ясно, да. Вот тут что-то такое... Опа! Да, не успел. Наверное, не успел, потому что я вообще ни хрена не понимаю, где что, как, зачем должно ты пешить. Ой, опять, да, что-то ты пешешь. Жека, это твои наркоманские карты, честное слово. Я ни хрена не понимаю, что происходит. Меня ты пешешь на одном блоке туда-сюда. В смысле? Ну да, потому что ты все время на него встаешь. Короче, Эдисон, здесь есть блоки, которые тебя телепортируют. Вот, ты должен их перепрыгнуть. Вот, да. Ты их перепрыгнул? Это ты мне скажи, я откуда могу знать, перепрыгнул я их не могу, перепрыгнул. Я даже не знаю, где они. Вот, ты перепрыгнул, все хорошо. Теперь нужно просто перепрыгнуть лаву, которую ты почему-то не перепрыгнул. Все, стой на месте, стой на месте, я тебе помогу, потому что нужно твой пуканчик потушить. Все, вот, все, давай. Тебе нужно просто перепрыгнуть лаву. Все очень и очень просто, понимаешь? Все очень-очень просто. Почти. Кто? Да, так. Дальше. Что дальше? В другую сторону, мне кажется, нужно. Куда в другую сторону? Немножко в другую сторону. В другую это куда? Куда? В смысле, это в другую. Вначале нужно попасть в другое измерение. А, в другое измерение. Ясно, сейчас. Так, ага, ты что-то как-то... Давай, тебе нужно в другую сторону. Куда в другую? Куда? Ну, наверное, не на выход, а вот сюда. Давай еще, пожалуйста, меня раз 300 ты пешни, пожалуйста.
А ты где? Я тебя даже не вижу. Вот, перед тобой стою, перед тобой стою. Да? Я почему тебя не вижу. А ты где? Все понятно, ты компаньон! Где все по... все понятно, да! Да я понял, где ты? Смотрите, Сан, да. Вспомни, что было на этом месте в другом измерении, вспомни. Колодец. Колодец. Мне кажется, он здесь тоже где-то есть, его можно открыть. Да, просто возможно, это... где-то есть, но я его не вижу. Это, понимаешь, это прошлое, это прошлое. Это будущее, вот. Колодец здесь закопан, тебе нужно его откопать. Опа! Опа, опа, ой-ой-ой, о-о-о-о, да, да, вот это было, да. Вот это прям я понимаю, да, вот это такое, что это непонятно вообще, да. Позвай с полным поем, чтобы тебе... Покельнись, пожалуйста. Это не важно, это не важно. А, нет, все, вижу, вижу. Хорошо, вот это вообще даже хорошо. Эдисон, да. Да, и чтобы ты не мучился, я тебе дам... Эдисон, Эдисон, живи! Хорошо. Я тебе дам подсказочку. Эти карты очень сильно взаимосвязаны, как ты понял. То есть колодец есть и там, просто там он как бы... Кстати, да, возможно, да. Вот. Привет, я в колодце, да, я в колодце. Мне кажется, нужно из него выбраться, мне кажется. А как из него выберусь? Я вот не знаю, как-нибудь тебе нужно точно из него. Да, как-то нужно, но если я вниз упаду, то я не выберусь оттуда. Я оттуда не выберусь. Поэтому, наверное, вниз падать не надо, да, мне кажется. Да, есть такое. А что надо, А что, мне кажется, как-то надо наверх все-таки, а не вниз. Как? Наверное. Не знаю, как-нибудь что-то. Да, все понятно. Да, все понятно. Да, я верну. Теперь, Эдисон, ты должен вспомнить, что было в другом измерении карты, вот здесь. Двери были, двери были. Домик был, домик был. Вот домик! Домик, да. Опа! Привет. Опа, ты да. В домике. Эдисон, подожди. Ты вначале не прыгай. Я жду, да. Это, я тебе скажу так, ты на самом деле молодец, и ты уже находишься на финальном испытании. Это финальное испытание, где тебе нужно найти правильную нажимную плиту. Все очень, даже очень просто. Вот это. Вот смотри, прыгай, да, вот. Вот да, она, да, вот она. Вот, да, вот какая-то да, из них точно правильная, да? Да, вот это. Вот это мне прям нравится, она мне нравится, Жека. Я, наверное, тут останусь, потому что она прям меня очень взбудораживает, очень нравится. Ты понимаешь? Все, опа, я выбрался тут, я прошел твой троллинг? Я когда не успел тебе ничего сказать, да, ты прошел мой троллинг, Эдисон, ты молодец. Да, это даже очень хорошо, то, что ты мне ничего не сказал, потому что я ни хрена не понял. Ну, расскажи мне, пожалуйста, я присяду, в чем суть? Суть в том, что просто пройти карты. Сюжет расскажи, сюжет. Тут нету сюжета, понимаешь, просто ты стал путешественником во времени, и ты телепортируешься по различным параллельным даже вселенным, понимаешь? Это на самом деле очень сложно, и мы об этом говорить не будем. Потому что это запатентовано тайно, понимаешь? Такого не бывает. Кто мне может забыть? Забудь это, забудь. Я просто забуду, это как страшный сон, хорошо? Я просто это забуду. Хорошо. Такое, как будто этого больше не было. Все, хорошо, до свидания. Ну не переживай, это никто не забудет, не переживай. Ну шо, ты путешественник во времени, пошли давай сейчас на мою карту, пошли. Погнали. Хорошо, давай. Дверь, нужно дверь. Вот, и нужно поставить тут спаунпоинт тут поставьте, месье. Хорошо. Да. Меня на самом деле напрягают эти вот зомби, которые без рук и с мозги торчат. Можно я туда не пойду? Для тебе красный. Можно мне обратно, пожалуйста. Нет, и тебе туда надо, тебе нужно просто вот туда пройти. На самом деле все изи. Просто тебе до конца нужно пройти и все. Вот. А может ты сам это сделаешь, а я да просто... нет, ну как бы троллинг для тебя, давай с этого начнем. Ну хорошо. Я погнал! А чё так сложно? Я не понял. Давай, Жека, ты справишься, я справлюсь, давай. Ты посмотри, как сложно, да? Но ты все понимаешь, этот троллинг в любом случае нужно пройти. Так что давай. Это монстр-чичок. А если я в другую сторону пойду, я не надо мне куда-нибудь туда? А, да, вот сюда, кстати, можешь, да, вот сюда можешь. А вот сюда не могу куда-нибудь? Так, ладно. Допустим, я ничего подожди, не делал. Подожди, а ты что, не умер? Тебя обратно выкинуло? Да, я просто выкинул обратно. Я даже ничего не понял, что произошло. А ну давай еще раз, пожалуйста. Мне прям понравилось. Па! Ой, блин! Па! Давай! Ну почти в этот раз, почти получилось. Мне даже понравилось. Давай, Жека. Мне там не понравилось. Ааа! Почти добежал, кстати. Да, кстати, почти добежал почти, кстати. Кстати, вот прям вообще даже... Да, прям... Прям так добежал. Ай-яй-яй-яй-яй! Жека, ты понимаешь, что это сложно? Не все так просто, как ты думаешь. Да.
да? Ну ладно. А хорошо, давай тогда все-таки сюда попробуем. Не-не-не-не, тебе все равно туда нужно бежать, так что давай. Пытайся, пробуй. Нет. Я очень в этом сомневаюсь. Нет, тебе сомневаешься. Туда тебе нужно. Нет, тебе нужно туда. Мне кажется, не вижу сюда. Нет, нет, я сказал, что тебе туда нужно, Жека. Туда тебе нужно, понимаешь? Подожди. Нет, тебе нужно туда. Жека. Я сказал, что тебе нужно. Опа! Кто это? Кто? Я сказал, потому что тебе нужно туда, потому что там тебе ничего хорошего не ожидает, понимаешь? Кто меня убил вообще? Паскуда, зомби. Ну, да я решил то, что не буду я там бегать на этих блок. Так, Жека, нет. Нет, нет. А-а-а, пошел вон! А что там вообще, не могу понять. Там какой-то просто синий черт стоит. Кстати, да, кстати, возможно. Сюжет у моей карты очень такой специфичный, понимаешь? Специфичный. А-а-а, да как? А что там делать? А, возможно, а может... Хотя нет, я тебе не буду подсказок давать. Не буду я тебе подсказок давать. А, почти, один блок остался. Ай-яй-яй, как же сложно. Жека, а может с этой стороны что-то есть? Может тут что-то есть? Да, может быть, может быть. Тут тоже синий монстряк. Да? Да. Меня он не внушает доверия. Не внушает. Зато тут, какая разница между первой комнатой и какая разница между второй комнатой? Вот тут меня подкидывает, а там я в лаву падаю. Точнее, тут я в лаву падаю. Нет, 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 с этими синими чуваками. Какая разница? Вот посмотри вот сюда, первая комната, да, первая. Видишь, первая? Первая. Какая где первая? Ну, вот сейчас, где ты находишься. Вот видишь, ну, вот да, это? Да. И сейчас запомни ее и давай посмотри на вот эту вторую. Какая разница? Иди сюда. Иди сюда. Ты где? Там какие-то блоки еще разрушенные. Ага. То есть, вывод, если ты его убить не можешь, то... Ну, то... То... Я могу его скинуть. Ну я пытался это сделать, и меня он сразу убивает. А, ну ты, значит, плохо пытался на самом деле. Очень плохо. Хорошо, хорошо, вопрос. Пожал вон! О! Давай! Быстро! У него 3 секунды респам на 3... А, все, он уже зареспамился. У него, Жека, у него 3 секунды респавна, понимаешь? А я не успею 3 секунды добежать. А зачем ты оббегаешь, если ты тут можешь пробежать возле стенки? А, да, я понял, да. Ага, давай. Пошел. Да давай, давай, Жека, давай, ты справишься, давай, давай! Жека, ну надо справиться, ну надо прям, знаешь, вот прям надо. Давай! Ищи, у тебя 3 секунды, что у тебя есть, что у тебя тут есть? Быстро, сверху, вот там где-то, да, вот там! Тыкаю, все тыкаю. Вот там, все заметно, там все есть. Где? А, кнопочка, нажал, куда? Куда? А что дали тебе, что тебе дали? Скорость дали мне. Скорость тебе дали, Пошел вон! Так, дали тебе скорость. Жек, он заморозился! Кнопочка, да я не могу. Ага, куда? Да, нет, все намного сложнее, чем ты думаешь. А как? Я ничего не понимаю. Зачем тебе? Подожди, нет, проблемы большие. Сейчас, я понял, в чем прикол. Только. Заморозь его еще, пожалуйста. Ага. Он, как мне кажется, ему нравится быть замороженным. Ага, пошел вон. Я тебе помогу. Кнопочка пропала, кнопочка пропала. Как она пропала? Подожди. Это гиря. А почему она пропала, не могу понять. Верни кнопочку. Жека, почему она пропала? Верни мне кнопочку. Она тут появилась, Жека, она тут появилась. Смотри, иди сюда. Опа, я кажется, там я разобрался, как там можно пройти. В смысле? Там можно, оно, видимо, это так не было задумано, ну ладно, окей. В смысле, как пройти, что пройти? Да не. Да, ничего, ну хорошо. Так. Куда ты идешь? Кнопочка появилась. Там. Ага, то есть я должен типа так теперь быстро пробежать. Но то это не все так... да, это намного проще... Ты заколебал... Жека, да, это все намного проще, но тоже не и... Ты меня заколебал уже падать, честно. Что он встал? Ты ему понравился просто. Он меня напрягает. Опа, он упал, смотри, Жека, у тебя больше возможности появилось пробежать. Я понимаю, что это сложно. Но это возможно. О, нормально. Да нет! Как? Ну как ты лоханулся настолько, ну Жека? Вообще, конечно. Ну как так? Я ненавижу, ты...
Странные штуки всякие. Давай, давай, штуки. Хай-яй-яй! Почти упал. Почти, ты почти справился, да. Штуки ненавидеть — это очень даже хорошо. Хорошо. О, почти, ты посмотри, ты почти прошел! Почти прошел, Жека! Монстрячков. Монстрячечок, я прошу правильно их называть. Монстрячок. Ой, Евгений, 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 Евгений! Я не понимаю, как это пройти, я просто не понимаю. А, понимаешь? Просто надо бежать, просто уловить момент, понимаешь? Уловишь момент, ловишь момент за яйца и пробежался, понимаешь? Вот. Так, смотри, ловлю момент, ловлю момент. Лови, лови, подожди. Хреново ты как-то момент словил, честно тебе скажу, очень даже. Ладно, я тебе буду помогать, потому что, да, это сложно. Спасибо. Ага, хорошо. Подожди. Что ты такое делаешь? О, ты какой молодец, какой молодец, какой молодец! Как ты так быстро справился? Жека, тут у нас печаль, беда. Беда, печаль. Печаль, беда, ну давай, ну что, какая беда? Давай. Да. Я так думал, какой бы сделать сюжет у моей карты, как ты видишь, очень гениальный. Да. Так же, как у твоей, да, вот. Но, что? Я решил то, что... Жека, нужно поностальгировать, знаешь почему? Потому что вот мы в последнее время, вот всякие там MC-бабули, всякие там снайперы, всякие там кто лучше в Майнкрафте и прочая хрень. А где вот те самые старые персонажи, с которыми мы только знакомились, когда начинали снимать троллинг, понимаешь? Где они все? Где они, все? Они сдохли. Поэтому, ты понимаешь, в чем прикол, Я как бы попросил сегодня нашего старого знакомого вернуться, потому что он за тобой начал скучать. Как я понимаю, ты за ним начал скучать, вот, поэтому, сейчас, подожди. Вот, короче, Жак, ты стой тут, да, сиди, вот тут посиди, да. Я ща приду, подожди, там у меня, так, Ленок, тут, короче, вот это, да, кавалер твой пришел, да, помнишь, который, да, вот. И он сказал, что, а, ты, сейчас, подожди секунду, сейчас. Где? А вот там, ёпта! Подожди! Женёк! Это же я! Лена Головач! Помнишь меня? Голова члена вот пришла! Ленок, ты же меня помнишь, как мы с тобой вот там в подъезде, вот то самое? Помнишь, когда было? Когда мы еще троллинг снимали 5 месяцев назад? Помнишь, было вот это самое? Я ж тебе винюшку твою любимую принесла. Помнишь, как ты ее салпом хреначил? Как последний алкаш, помнишь? А потом еще такое, Ленка Головач, голова члена, ты же моя девушка мечты, типа, посыпа, помнишь, было, ты же меня замуж звал три раза. Не было такого. Женёк, ты, это же я, голова члена, Ленка Головач, понимаешь? Подожди. Самого, я пошел, хорошо? Я снимаю верхнюю одежду. Ну хорошо. Евгений, у меня еще много винишка твоего. Нижнюю. Да, ты можешь. Я снимаю нижнюю одежду. Я уже побежал. Евгений. Женёк, это же я, твоя голова членка. Ленка Головач. Да верни. Ленка, вот это, Женёк, замуж меня возьми. Ну возьми меня замуж. Женёк. О, я знаю, как тебя спрятаться. Женёк-то, ты что, не помнишь, как мы с тобой... А то подожди. А что происходит? Женёк, ты не помнишь? Да ты не помнишь, как мы с тобой развлекались? Да я ничего не потерялась, это нет, все. Да собака ты проклятая! Я тебе все. Женёк, я тебе винишко не дам твое, понимаешь? Не дам я тебе твое винишко, все. Пошёл в жопу. Какую жопу? Какой жопу? Да лучше ДД. Кого ты? Да не, ничего. Ты меня убил. Женёк, держи винишко, Женёк. Ну, Женёк! Короче. Спасибо, мне не надо твое винишко. Я вспоминаю его те... Бесстрастные те ночи, когда вот голова члена, когда. Ты что, не ты? Понял, был. Ленка, голова же. Я такие моменты, кстати. Ты не помнишь. Ребята, вот плюсик в комментариях, кто помнит Ленку Головач. Голова членку, кто помнит? Я, допустим, помню. А ты не помнишь, Жека? Как так?
Нет, я такого не помню, да. Да, это все, конечно, понятно, да. Это просто актерская игра была, вот. А на самом деле, я не голова члена. Нет, ты на самом деле голова члена. Нет, я не Ленка Головач. Ленка Головач сегодня не смогла прийти. Она тебя обиделась, потому что ты разбил ей сердце. Она тебе нос разбила, но как бы уже все прошло. Да, но она еще вернется. Она, возможно, еще вернется. И твои... Ах, ну да, тогда муж твой говорит. Муж твой вернется, хорошо, если меня хорошо попросишь. А, ребята, ребята. Стефанчик. Это Стефанчик, нет, он мертв. Он воскреснет, он воскресал уже 100 раз, поэтому все нормально. В общем, ребятули, ставьте огромные лайкусики на оба наши видоса, как обычно, если вы хотите больше троллинга. Вот прям честно вам, Жека, горим. 15 лайков, сразу же выходит следующая серия троллинга. Вот прям обещаем. Да. Да, а также, ребята, не забывайте подписываться на наши каналы, потому что у нас выходит не только троллинг, а еще такие прикольные видосики, так что смотрите. Вот, и ставьте лайки. Да, поэтому, ребят, спасибо вам огромное за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока, друзья.